Хей-хоу, ребятки, всем привет, с вами Борода, я рад вас приветствовать на своем канале, у нас игрушка под названием DOS, и сегодня мы разберемся, что такое прем-аккаунт в этой игре и что будет, когда его активировать. Наверняка каждый из вас уже заметил, что в игре нету магазина и негде, в принципе, что-либо сделать за донат. Это означает, что в игре полноценно развиваешься без использования доната, по крайней мере, на данный момент, когда игра еще не вышла все-таки в релиз. Но у нас есть возможность прикупить премиум аккаунт. Как это сделать, где его найти и что он дает? Именно сейчас мы об этом и поговорим. Ну что ж, поехали. Все очень просто, ребятки. Надо зайти в сюжет. Нужно выбрать ежедневные задания. И здесь мы увидим вот такую вот шкалу внизу, где нам отображается выполнение заданий, выполнение прогресса за день. Как вы видите, у меня все выполнено, я все сделал, я молодец, я получил все сундуки, кроме двух, которые отображены на вашем экранчике и перекрыты замком. Именно это и означает, что я не могу их получить. И чтобы его получить, мне нужно активировать премиум аккаунт. Ну что ж, давайте сделаем это прямо сейчас. Стоит это 600 золотых монет, и это единственный вид доната, который есть в игре. И как вы видите, у меня на счету 1000 монет, я их не покупал, они даются изначально при регистрации и первом заходе в игру. Ну что, дополнительная награда, дополнительные задания и дополнительные замены заданий мы получаем, активировав премиум. Поехали. Ну что, наша награда готова, ребят. И прямо сейчас, без замены и всего остального, я могу получить эти сундуки. Хорошая работа, за ежедневные задания полагается награда. Вот, возьми. Отлично. Один сундук и второй сундук я получаю. Ребят, что в этих сундуках, мы узнаем с вами уже в следующих выпусках. Я надеюсь, вам будет интересно. Сразу отвечу на вопрос, насколько дается премиум. Как вы видите, прямо на экранчике нам показывается один день 23 часа. То есть на двое суток, на 48 часов нам дается этот премиум аккаунт. И мы можем в полной мере его использовать. Но используем мы его только под видом выполнения заданий. Надеюсь, вам это было интересно, надеюсь, вам интересен мой контент и этот материал будет вам полезным. Всем спасибо, до скорых встреч, пока-пока!